Всем привет! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки. Вот такая у нас, такой у нас сад. Это работник года. Что мы сделали на выходных? Посадили в траншею малину, начиная от облепихи. Малина кис-кис называется. Колючая, как ее, китайская, то как ее называют, мяу-мяу, но она кис-кис, это ежемалина. Она красивая, но вроде как безвкусная на любителя, но посадила. Раздали, значит, посадила. Вот получается вот такая вот грядка. Вот. Потом посадила желтую малину. В этом году ее еще не будет, потому что она молодая. А в следующем должна быть. Вот ее столько. Так, а вот тут уже пошла ремонтантная малина. Вот. Ну а дальше уже наша ушаческая. Малины много не бывает, поэтому вот такой кишечник посадили малины. Будем ждать урожай. Надеюсь, будем есть всей дачей. И там уже картошка. Тут тыква. Вот. Как-то кишечник так и заполнился. Потом, может, попрошу мальчишек, чтобы они мне установили такую на шпагатах. Веревочки такие. Ну, я потом покажу. А может и нет, посмотрим. Но хотелось бы, чтобы было все благородно. Если вы кис-кис, она будет маленькая, низкая. А эти будут высокие, как и это. Поэтому хотелось бы с обеих сторон веревочки поставить на каких-то палках. Ну, посмотрим на шпагатах. Шпагат такой сделаю с двух сторон. Шпагат и такие палочки, чтобы оно не культурно так стояло и не падало ничего на землю, не клонилось. Ну, как-то так. Всем пока!